Современные молодые люди все больше принимают участие в социальной и политической жизни республики. В преддверии единого дня голосования среди молодежи возрос интерес и к избирательному процессу. В Чувашии такое стремление активно поддерживается. Более 200 студентов наших вузов и СОЗов станут участниками корпуса общественных наблюдателей «Я гражданин». Проект «Я гражданин» предлагает молодым людям получить знания в сфере избирательного права и попробовать себя в роли наблюдателя на избирательном участке в единый день выборов. Для этого необходимо пройти обучение в Центральной избирательной комиссии Чувашии и побывать на семинарах у ведущих юристов. Наше обучение проходит в двух формах. Сначала мы им рассказываем о том, что о их правах и обязанностях, о их основных функциях, что они должны будут делать на избирательном участке. А уже потом, то есть мы им немножко рассказываем о том, что их может ждать на этих избирательных участках. То есть какими проблемами они могут столкнуться, и будем уже на конкретных примерах разбирать то, как им нужно будет поступать в той или иной ситуации. Обучение будет проходить в три этапа. Первый для студентов Чувашского государственного университета, а второй для учащихся других образовательных учреждений. Третий для студентов кооперативного института. Вообще это очень положительный опыт, который, безусловно, скажется для каждого молодого человека. Тот человек, который пришел на выборы наблюдателем, вполне возможно, что в будущем будет уже работать членом избирательной комиссии, а может быть и сам будет участвовать в выборах уже в качестве кандидата на ту или иную выборную должность. В основном в проекте участвуют студенты юридических факультетов, но есть ребята из других направлений, для которых важно проявить свою гражданскую позицию. Для меня, как для будущего юриста, это опять-таки тоже определенный опыт. Опыт в решении каких-то юридических вопросов, опыт тоже в принятии решений каких-то, потому что достаточно важная, ответственная такая работа быть наблюдателем на вот предстоящих выборах. Понять вот это все изнутри и участие вот в этих процедурах, будучи наблюдателем, как раз-таки, мне кажется, мне позволит, как и многим другим наблюдателям, как раз-таки узнать эту процедуру во всех подробностях. Узнать, как люди вообще относятся, почему они идут, просто для того, чтобы отметиться или им это важно? Я никогда не был на выборах, мне только 18 лет. Я как бы и проголосую, посмотрю, как все это проходит. Это интересно. Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика.